самом высоком служении на земле, ангельском служении, служении пасторском. Пусть дает вам силы и крепость гореть у престола Божия, молиться за себя и за свою Пасху, и вспоминать нас, братьев ваших, тружеников, ваших сотрудников по пастве. От братьев Второго Симферопольского благочиния мы, отец Александр, поздравляем вам. Владыка вам тоже направил поздравление. Христос воскресе. И от братьев вы должны были зачитать, прихожанам, поздравления. Обязательно зачитайте. Владыка наш поздравил вас с юбилеем. И от братьев Второго Симферопольского благочиния мы дарим вам этот крест, и пусть он будет вам, чтобы вы, когда его одеваете, служите с ним, чтобы вы вспоминали нашу братскую любовь. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе!